Если бы я был премьером, я бы изменил систему налогообложения. Если бы я был президентом, я бы ужесточил нашу внешнюю политику. И очень сильно ужесточил нашу внутреннюю политику. Развиваем мысль. Почему? Наша система налогообложения абсолютно бездарна, абсолютно бессмысленна, абсолютно запутана. Ее надо упрощать, ее надо в чем-то ужесточать, а в чем-то произвести полнейшую либерализацию. Что касается нашей внешней политики, почему я бы ее ужесточил? Потому что мы очень сильно пытаемся быть вежливыми, культурными, там, где в ответ мы не получаем обратной реакции. Поэтому с негодяями по-негодяйски, с нормальными людьми – нормально. Но если там, где не слышат, там, где не понимают, не надо церемониться. Что касается внутренней политики. Очень много людей, так называемой элиты, не соответствует уровню этой элиты. Это не элита. Это люди, которые случайно вдруг стали по назначению ли, по родственным, дружеским связям ли. Конечно, это здорово, когда наш президент своих не сдает. И тут он у меня вызывает огромное уважение. Но своих не сдавать и своих продолжать тянуть, несмотря на их несоответствие месту, на которое их тянут, это две большие разницы.